Ногтя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь Певики. Гений! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как канал ваш называется, если не секрет? Секрет. Почему? Ну, начинаем, наверное. А, ну хорошо. Обычно рекламируют свой канал люди. Типа У меня была задача. А, нет, ну понятно, типа подписывайтесь и так далее. А какая у вас задача, если не секрет? Ну, я выкладываю, мне этого достаточно. А, ну я понимаю, так... Зачем мне поставлять свою запись? Я говорю, что хочу. Ну, понятно. Ничего не даю. Ну, такие... Ничего не даю. А вы, которые там на канале сидите, вам могут заблокировать туда, а мне жить свободен. В смысле, как понять, на каналах могут заблокировать? На каких каналах? Ну, вы что-то... У вас же есть канал? Есть. Вот вы, по Богу, что-то не так сделали, вас заблокировали. Ну... А жалобу вас заблокировали. Ну я, ну, да. Не, ну не заблокировали, значит, основания должны быть. Ну, в принципе, да, бывают страйки. Основания найдется, вы же там где-то можно там сполосировать вас, куда-то. Ну, блокируйте. Ну я согласен, согласен. Но вы же сказали, что вы тоже выкладываете. Или вы выкладываете. Нет, я работаю на чужих площадках, мне там достаточно. А, ну так понятно, вы другим даете. А то можно выкладывать там в Яндексе, например. Там не блокируют, а зачем мне это? А зачем мне это надо? Ну хорошо, ладно. Вы откуда будете, если не секрет? Ростов, Россия. Понятно. На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? А любые темы? Какие у вас, так скажем, темы интересуют? Мы можем побеседовать. Ну, любые. Вряд ли вы будете готовы на любые. Ну, давайте. Вы... А можете попробовать. Ну хорошо. По ядерной физике беседуете? Да не вопрос. Ну вот, допустим, элемент бета-радиоактивен. Нет, зачем мы будем говорить о физике про радиоактивные элементы? Вы спросите там что-то более такое, зачем нам элемент? Мы же будем там отбирать таблицу Менделеева. Ну, это не физика. Таблица Менделеева это химия, а ядерная физика это именно радиоактивность. Ну хорошо, вы хотите по физике или по химии, чтобы я вас спросил? Нет, ну как вы хотите по физике, так давайте по физике, что вас интересует? Излучение или что вас... Я вас спросил изначально по ядерной физике. Ну давайте просто по физике, no problem. А давайте лучше то, что нам будет ближе. Ну давайте вы ближе, я ж поэтому говорю, вы выберите тему, это, на которую вы привыкли беседовать, она будет эффективна. У нас обычно с украинцами одна тема, это, так скажем, отношения между Украиной, экономическая тема и друг друга всегда. Вот это у нас обычно. Ну понятно. А как вы думаете, когда появилась народность украинцы? Ну, народ такой украинцы официально когда появился? Я такого, наверное, не знаю. То есть вообще его не было, да? Понятно. Ну... Вы понимаете, смотрите, нет, ну это вы можете обижаться, можете не обижаться. Да. Я вам скажу так. Ну давайте мы начнем с образования Киева, 462 года. Были поляне, древляне, русичи, были украиничи. Не было никаких украинцев. Я раз спрашиваю, в каком году появилась такая народность? Если не вы знаете... Это не нация, понимаете? Я считаю, если чисто мое слово мнение. Это не на виду сказано. Вы знаете, я могу поехать сейчас в Вологду, я не понимаю этих людей, хотя я русский, а не русский. Понимаете? No. То есть это отпочковавшийся народ, так скажем, со своими там как бы языковым фольклором сначала, там как обычаи и так далее. Потому что все было как бы там сами подготовками были. Ну там был смесь такая. Вот как бы обособились, я так понимаю. А потом, ну, Украина. Ее, как скажем, центр Украины, откуда она пошла, скажите? Откуда пошла? Большевики ее создали. Нет, не так, ну большевики это уже потом. В виде УНР. Нет, ну вообще это Запорожская Січ, правильно?
Правильно, правильно. Вообще, в Речи Посполитой они назывались маргиналами, а территория называлась маргиналами. Может, это более близко к нам, мы не будем брать Витовка, там Литовка и Литовка. Да. Когда Богдан Хмельницкий приперся в Московское царство или в Русское царство, начал просить у царя Алексея Михайловича покровительства, то... Прежде чем Московское царство, он кем был? Ну, гетманом он был. Гетманом, или как там у них называется? Он был у поляков, был, у турок был. Ну, под поляками, я же вам сказал, под поляками. А потом он был турецким, турецко-фронтами был. А потом, когда его жопу прищемили, он побежал к царю к нашему. Вот и все. Ну, я о чем говорю? А я о чем? Начинайте, вот когда он пошел, попёрся там туда, он до этого побежал. Везде жопу лизанул. Ну, так и я об этом. Что вы спорите-то? А до него кто был? Кто до него? До него это не... Мазепа такой был у вас, Мазепа, забыли про него? Мазепа был после него, это при Петре был Мазепа, вы как-то путаете. Мазепа был при Петре, он изменил Петру. Мазепа что делал? Ладно, вы мне что доказываете? Я сам укров тролля, а вы меня начинаете троллить. Какие-нибудь существенные вопросы есть? Мы пока не троллим. Ну так нечего разбираться, я вас спросил конкретно, вы знаете ответ на вопрос, когда официально появилась такой этнос, по старому национальность, а еще более по старому народность, украинцы, или нет? Ну при большевиках. В каком году? Вот я вам разъясняю. При большевиках православные малороссы, большевики сделали такую глупость, как записать их в украинцы. А народность украинцев появилась пораньше, в 1910 году, в Австро-Венгрии, когда в преддверии Первой мировой войны русинов, которые были православные, начали окатоличивать, и вот те, кто стал католиками, добровольно или принудительно, назвали украинцами. И впервые... Нет, давайте мы отмотаем немножко назад. 1910 год. Вы скажите, почему появилось название украинцев? Я же вам говорю... Противовес русинам, потому что уже Австрия была противник будущего. Ну, я откуда это другой вопрос, это разберем. Я же вам говорю, официально. Мне это интересно, вот как раз это будет самое интересное. Территория Украина. Украина территория была и до того, а народа не было. А почему он называется Украина? Но вы что, не знаете? Потому что от слова край. От слова. Я вам другое рассказываю, вы начинаете сбивать. От слова край. Это же элементарные знания. Ну, потому что вы не слушаете, я вам объясняю. При том, что. Вот слушайте. Была перепись Австро-Венгрии в 1910 году. И они впервые записали эту народность, украинцы, в перепись. Внесли. Это вот год появления данной народности, официальный год. Но это были только католики. Скажите, пожалуйста, а в 1910 году Киев там, Полтава и прочее, но входили в Австро-Венгрию? Вы что, придуриваетесь, что ли? Или историю не знаете? Да это вы придуриваетесь. Что вы сочиняете, блядь? Назвали украинцами, блядь, там назвали туда, что вы понял? Они входили в Российскую империю, если вы... Учите... Да, вы что туда входили? Ну, если не, я вам объясняю одно, вам другое, причем, вот, лошок. Наверное, зря жалел Деникин хама, а за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит, реально. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина – утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть они... Соединенные Штаты Федерации? Федерация. Федерация.
Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Вот, вы повернемся, да, за Лондры. И снимся там не ровно космодрома. Где-то ледяная синева. А снимся нам трава, трава уема. Зеленая, зеленая трава. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Сучья семя, а вы ветем, за родную Россию, как гуси их рассеют, тяжела будет исповедь.